Вадим, он щ**ался? И зачем? Алло, зачем ты залез в машину? Ну-ка, стой на месте, зачем ой, ты блядь. Залез в мою машину? Ой, 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 сорян, Жан, сорян. Жан, алло. Вот это жестко, ребята, жестко. Офицер, пройдем, опишите ситуацию и причины задержания гражданина. Что происходит, алло, что происходит? Он... Подожди, отпусти, сержант, можно я вам кое-что скажу? Так, стой, Дима. Отпусти его, Дима. Алло. Он Дима. Залез в мою машину? Дима. Ну подожди, офицер. Да я не залез. То, что нет, не могу. Ой, там shot fire, и начал убегать от меня. Потом сел в машину, говорю, ладно, я с тобой поеду. И он такой, ага, и это была ловушка, и начал меня стрелять с тазера. Так, и это, и все. Сейчас офицер покажет свою бодикамеру. Почему? Не-не-не, почему вы позвали тихо. Своего друга, офицер? Я не в форме, просто. Если вы знаете его по имени, значит, он ваш друг. Получается. А при чем здесь друг, да, не друг? Отлично, блин. Почему друг? Ты вообще кто? Я товарищ. Ну вот, я тоже товарищ. Ну, сержант, я думаю, нехорошо вмешиваться в ситуацию, которая вмешивается... Не разговаривай так с старшим по званию, понял? Помолчи. Смотри, знаешь, в чем прикол, офицер? Ты не доложил в рацию, что ты задерживаешь кого-то. Просто ничего. Это раз. Во-вторых, ты не сказал то, что ты примет тазер, а в-третьих, ты не сказал... Да ты вообще лап, начал убегать. Я тебя попросил рассказать дорожный кодекс, помолчите, ты начал пожалуйста. Молчать. И начал убегать шортфайр какой-то, дезинформация. Это три, получается, да? И потом начал хотеть свалить. А у меня бодикамера записала. Зачем я... Что, да? Это все это сторону да, вашу... Хорошо. Вранье. Получается, нету доказательств, это раз. Ой, ну вот покажите бодикамеру. Вы вмешиваете ситуацию, которая замешана вас на съемной, и а причина задержания? Освободиться. Причина задержания – залез в мое авто. Дима, позови Жанна. Позови Жанна. Как тебе его позовут? Либо Чарльза. Позови Чарльза. Ты не захотел, потому что его не знаешь, тупо. Ну спросите хотя бы. Хорошо, 19.3. Ладно, подсказка. Это что-то про движение именно... Очень мне интересно, движение. Да, спасибо. Стоямба, блядь. А, куда, стоямба? А что ты делаешь? Он, возможно, вообще краденый. Покажи свой значок. Может, это вообще он переоделся просто, офицер какой-то. Да. Чувак какой-то. Убил офицера и переоделся. Значок у меня на груди висит, гений. Ну? Ну, покажи мне его. Номер значка. Ты можешь номер значка рассказать? Удостоверение. Номер значка, скажи все. Кто, что, где, когда, да, какая ну, жопа? У нас тут проблемка с вот этим Жан, вот тихо, молодым человеком. Тихо. Пода. Дайте я пройду хотя бы, ёпт. Без причины? Это чё? А, так, вот он ваш тихо. Товарищ, да? Да, господа. Он ваш товарищ, да? Господа. У меня много тихо, товарищей, тихо, не забывай. Офицеры, я конечно понимаю, что я лейтенант без форм, но, блин, давайте не будем строить это... Гей-секс, окей. Отлично, чё. Господа, я... Нет, конечно, могу сейчас надеть форму, но я после, блин, я вчера водку пил, я не хочу, ребят, давайте не будем. Давай я надену. Да так, блин, мозги, блин. Нет, Дима, тише. Ну, табельные конфискуем. Если честно, я не вижу смысла в этом допросе. Тише, офицер. Дима! Так, я так думаю, заткнулись. Я не хочу, здесь чё короче устраивать себе. А, ну все. Ты че оружие достал? Стоять! Убери! Стоять! Пиздать! У нас офицер уж. Стой! Ну-ка, стоять, блядь! Стоять нахуй! Стоять, я тебе говорю! Вот, стоять, говорят! Стреляй! У нас офицер сбежит! У нас офицер аккуратно. Уже в розыске. Гордон Гио, внимание, вернись обратно в полицейский департамент. Заткнулись. Нет. Гордон Гио, если вы не сдадитесь, то я не хочу, чтобы мы вас убивали. Нам не нужны жертвы. Да, вы не хотите. Зачем вы по мне открыли огонь, если вы не хотели меня убивать? Потому что вы начали убегать, и вы могли. И вы достали табель, это раз. Это не причина, я не достал оружие, я его убрал. Mm-hmm.
никого. Пиздабол. Инсульт словил. Ну да. Гордон, слушай, ты педик. Слушай, я тебя так уважаю, прям люблю, целую. Попку, так, Гордон, ты меня слышишь, не? А, это не моя машина. Извиняюсь, просто меня так бомбит. Я так, любовно. Я нихуя не вижу, так ярко. А, он здесь, он. Кто там по лесу бегает? Народ 5, народ 5. Сюда. Нашли что? Возможно. Слева контроль, левый контроль, слева. А он это... Да, он здесь, он здесь! Гордон, на Гордон! Отойди! Гордон, отойди, Арон, отойди! Отойдите! Бросай оружие! Руки подними! Что происходит? Бросай оружие! Стой! Шотфайр! Стреляй! Ай, блин, тихо. Нога. Дайте по мне, тихо. А, слышу. А, бро, у него... Да, они в лесу. А, моя рука! Отходи, Жан, отходи нахуй. А, Джон, живой, Джон? Да. Блядь. По мне не стреляйте, идиоты! Это я! А, это ты, что ли? Пиздец, блядь. Да боже, вы непонятно, я кто где, это как в Вьетнаме. Знаешь, я уже хотел стрелять, надо. У него дигл. У него оружие, блядь, до сих пор где-то лежит. Вот оружие, ты же, держу на контроле. Его вало. На, все. Что у нас там участвует? Ой, блядь. Дима, не зря, зря спросил, блядь. Эба. Ну, да. Сука, не получилось. Я, ты знаешь? Лейтенант, давайте форму. Вы уволены. Я лишняя. Сильнее было. Лишняя. О, не, ну я применяю это. О, что упало, то пропало. Лейтенанта мы вяжем, потому что угроза. Нет, верните, он лицензированный. Я чё за беспредел? Ты докажешь, что мне лицензия есть, Тима. Пистолетик. Тима. Тима, ну ты животное тупое. Чтоб ты сдох, блин. Собака. Пистолетик. Боже, что ты сказал? Да, знакомые люди, Жан. Да, тянь. Да, ёбра болят. Ему приятно. Ай-яй-яй! Дэм, отокажите вы первую близкую помощь. Это было слишком идеально, чтобы быть правдой. Все, это ловушка Джокера, все, тобы пизда. Просто не... Допусти гиш. Все, тазер. Прыгнет тазер. Здесь что? Блин, я уж хотел ваше вставать. Да не надо. Садись на... О, его! А, его шокером. Ау! Все. Смотрите, он мою машину ударил у меня. Да, я его пойму. Ой-ой-ой, мента убили, что-то. Здесь 4. Да, записывай. Да? Да, вот здесь. Принял локерное оружие, вижу его. Кайфовый эскалатор. Выходи. Он мешал, это... Перелок убежал, он ушел. В ту сторону побежал, в сторону выхода. Стоп, ребята! Нет, это не он! Так выглядит. Известно. Бля, а куда убежал? Остановись, падла, блядь! Броксон... Все, поймай. Броксон убежал из переулка. Черная куртка серии джинсы, он стоял на другой улице вообще. Вы такие умные, все за этим человеком побежали. Боже, всех уволить. Ты чё творишь? Господи. Нахуя, Жанчик, блядь. Повторите ещё раз. Конченый Жан, ты
Это у нас лейтенант гражданского убил. Задерживаем. Добрый. Добрый день. О, Чарльз. Добрый. Здравствуйте. Вот направь на вот эту какашку. О! Да, 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 во. Все, да, дальше я сам мафию сделаю. Вот, уже видишь флаг, уже мафия есть. Все, мы организаторы, мы владельцы. Все, сейчас только... Сейчас, подожди, надо деловой костюм. Стой, мразь, стой, мразь, стой, мразь, стой, мразь, два, стой, раз. Стой, два. Стой, раз. Стой, два, я тебе еще раз говорю. Оружие достал, граждане, оружие достал, граждане. Где? Где оружие, где оружие? Я вот тут в панике. Бил 15, выхожу на кнопку паники, как полицейский медик. По мне открыли огонь нахуй, я ранен. Убили, нас не было вооруженный лик. Два лика и один костюм лика, у нас не было вооруженные люди на кнопке паники, это будет двое. Я ранен, я ранен. В автомастер. Я сильно ранен. Одного без... 10-70 к мэри! Вытащите ты труп от... Не стреляйте! Сходимся! 7 юнитов к нашему... Реагировать. Я сильно ранен. Там человек зашел, человек зашел, на правый седрово один зашел, человек, который сильно подставил. Ранен, блядь. Я отнесу вон там, пособираю все. Тихо, все, тихо, душ... Нам требуются медики, срочно к мэрии, повторяю. Если я не ошибаюсь, мы вроде большой. Офицер. Меня ранее пиццу прям. Можете меня выпустить? Вытащи, пожалуйста, ты знаешь. Блядь, вот он лысый! Вот он лысый, блядь! Лысый человек вышел из здания, блядь, когда стрелял по нам. Ну-ка. Мне ж потом лицом в сине встал, лицом в сине встал, быстро. Лицом в сине. Становлюсь. Ты, блядь, ебанутый, зачем ты на нее стол наводишь, идиот? Где тебя, блядь, обнаружили? Не дергайся, блядь, не дергайся, лицом в сине повернулся. А что я сделал? Что я сделал? Лицом в сине повернулся, лицом повернулся. Лицом в сине повернулся. Подожди, подожди-ка, на каких основаниях, я не понял вообще при чем. Что я сделал уже? Ладно. Вот он и Глок. А что ты хочешь? Мне может кто-нибудь к нему приехать на Бравере 7-1? Давайте еще раз проверим. Это... Давайте окна ломать, двери вы ломали, проверяли все. Вот здесь человек какой-то. Гражданин, откройте дверь полиции, быстро! Дверь откройте полиции! Дверь откройте полиции! Пошли. Блядь, да не этот нам гражданин нужен. Этот гражданин тут ни при чем. Соседи его нужны. Кто? Они не тут точно живут. Я владелец квартиры, который все это происходит. Пойдите в свой. Вот здесь кто живет, вы знаете, кто здесь я вижу? Ни разу не видел. Смотри, это крыша. Майлз Энтони. Давай. Ой. Блять! Шот, пай, шот! Нужно, как можно больше, ребята, они шо очень шо вооружены. Шо они здесь все-таки, да. Отойди, отойди. Это медик на Линкольн один. Реагирую. Подождите, сейчас. Последний этаж, крыша, здесь они прячутся. Последний этаж, я крыша? Же... Да, 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 я же сказал, здесь. Они здесь, блядь. Блядь. Отойди, 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 отойди. Давай, это, быстро реагируем, быстро, очень быстро. Отойди, отойди. Нет, блядь, я сейчас пулю... Пулю получишь! Я же сказал, пулю получишь, блядь! Сука, справа где? Слева, справа, блядь. Блядь, справа где-то. Блядь. 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 Как, блядь? Вот этот ебучий брикрат... Линкольн 7, ситуация, да, реально есть
иду к Бравори. Блять, прикрой. Что у вас там на любви? Ну Дима, блин. Я хотел это сделать, блядь, я хотел это ты сделать. Ты посмотри, как они вооружены, блядь, дробовик, М4, все, сюда смат нужно, стоп раз. Да, блядь. Бессмысленно, они не выиграют. Давайте. Блядь. Минус, блядь, нахуй. Блядь, ну и все, еще один, блядь, я говорю. Минус правда. Один. Да пусть рашит, блядь. Уйди, уйди, уйди. Ну. Выходи, добивай. Ладно, выходи, я верю. А где он? Где он? Добили нахуй. Че он с пистолетом сделает? Посмотри на него. Посмотри на него. О! Получил, вот смотри. На что ты рассчитывал фито? Брейкданс, брейкданс, ла-ла-ла-ла. Дождь, так. Ой, хорошо. Ой. Шотфайр. Шотфайр, да, шотфайр. О, смотри, ДПД, 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 блядь. Я ранен. В комнате справа, спереди, человек. ДПД, блядь. Блядь, это кто говорит? О, отбил, красава. Раз. Красава. Нет! Блять! Давай! Аккуратно! Он упал! Поедите руки за голову! У нас падение, повторяю, у нас падение! Давай, добейте его он нахуй! Он упал из окна, не сближаться! Пусть оттолкнет это уже! А где стреляют? Застрелили! Где? Лейтенанта застрелили! Да в мэрии стреляют, в мэрии! Все, в мэрии! А, все, переговоры сорвали, штурмуем. Все, штурмуем. Какой штурмуем? Нет, не штурмовать. Сватим, так что вы сами принимаете решение? Вы чё, конченые, алё? Куда ты пошёл? Что вы творите? Не подходите к мэру, блять! Вау. Чего не делаете там? Ничего не делай. Маны, сват, я жопу. Пиздец, здесь пиздец, ребята. Нормально. Тут уже активный перестрелок вместе с ними, ребят. Сказала, что я должен сюда прийти на переговоры. Пустите, все. Блядь, отсюда все. Поёбы ушли. Пистас уже пришел, ребята, спокойно. Не стрелять, блядь. Не стрелять, блядь. Они убили заложника. Вас. Поёб, блядь. Всем отойти оттуда. Отойти от мэрии. Сват работает.